we, we Всем привет! Вы на канале Фанни Йокшевский ТЕ. И в своем видео я покажу новогодние покупки, которые я делала в магазине Максима покупала елочные украшения, а также подарки для моих родственников и знакомых. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Купила три набора шаров в трех цветах. В каждом наборе по 25 шаров. Золотые. Розовое золото. Может, камера передает по-другому и красный. Я эти наборы покупала из-за блестящих шаров. Матовые сохранять не буду, или кому-то отдам, или у нас в районе много елок, и мы пойдем с Фани и украсим какую-то елочку. Купила гирлянду на 96 лампочек на батарейках. Для меня это оказалось новинка что гирлянды стали на батарейках. У гирлянды несколько режимов. Кстати, лампочками у меня никогда не получалось украшать елку, если их много. Хотела в этом году купить цветные шишечки, но не успела. Поэтому попробую повесить эти лампочки. Купила два дождика. Серебристый будет у меня имитировать снег под елкой. А золотой я буду использовать для новогодних съемок с фани. Купила два набора с шариками один из шести шаров, набор разного диаметра. Покупала этот набор именно из-за блестящих шаров. Стоил он 99 центов. Второй набор из 9 шаров. Также покупала его из-за блестящих шариков. Купила два набора с шишечками. Одни красные, другие вот такие вот золотистые. Купила вот такой вот елочный шай с белочкой. Обычно в таких коробках у нас продают шары символ года. Но тут была белочка. Очень она мне понравилась, поэтому купила взяла два вот таких вот шарика один голубой, другой бледно-голубой, почти серебряный. Не знаю, буду ли я вешать на елку, но они мне очень понравились. Елка у меня всего метр, возможно, они будут за большие. Тогда, когда у меня появится елка побольше, то буду их вешать. Потом взяла два вот таких вот шарика. Красный со звездами не практичный. С него сыпятся эти вот звездочки. Потом две снежинки. Вот такая вот красно-золотая. И бело-золотая вот такая вот снежинка. Две балеринки. Одна в золотом платье. Другая в голубом. Еще одна снежинка бело-блестящая. Звездочка. Вот такая вот золотая. И звездочка серебряная. И еще вот такая вот елочка. Елочка бледно-голубого цвета. Также случается, что нужно починить игрушки. Купила вот такие вот штучки, чтобы вставлять в игрушки. Пять наборов золотого цвета. Три серебряного. Вот такие вот веревочки для игрушек. Один набор серебряный и три золотых, так как у меня игрушки в основном красно-золотого цвета. Купила три подарочных мешочка. Вот такой вот будет для моей подружки. Этот для моего племянника. Увидела вот такой вот мешочек с собачкой. Не смогла удержаться и купила. В него я хочу сложить конфеты и сладких подарков. Я хочу в этом году сделать обзор на разные сладкие подарки, которые продаются в магазине Максима. В своей подруге я купила календарь с котиками на 22 год. На обратной стороне изображены котики, которые есть в календаре. Она котиков очень любит, и у нее дома живет кот. Меня никогда не интересовали вот такие веточки, но в этом году мне очень захотелось их купить. Купила одну в виде розы, шишечек и заснеженного папоротника. Потом вот такие вот рождественские цветочки, блестящий зеленый, красный, блестящий и золотистый. Был еще серебряный, но он был очень бледный, и я не стала его покупать. И потом купила еще вот такую вот красивую веточку. Купила рождественскую декорацию в виде ангела. Для себя я купила в голубом цвете, у ангелка голубая шапочка, голубая кофточка, вот такие вот две миленькие косички, серая юбочка и бело-серые колготки, ботиночки украшены голубым цветом. Очень такой хорошенький ангелочек. Для сестры я купила ангелка бело-серебряного цвета, так как она эти цвета очень любит. У ангелка тоже есть вот такие вот косички, колготочки у него уже долгие, юбочка белая и ботиночки украшены белым цветом. Очень миленькие ангелки. И, кстати, лица у них, мне кажется, керамические. Можно разбить. Купила вот такую вот салфетку. Вокруг салфетки нашиты серебряные камушки. Я на эту салфетку хочу поставить елку. Будет выглядеть очень празднично. После того, как елку уберу, я хочу поставить на эту салфетку корзинку с фаниной амуницией. А на следующий год придумаю, на что ставить елку. А возможно, я куда-то уеду и елку вообще ставить не буду. маме в купила вот такую вот красную лопаточку. Формочку я ей дарить не буду. Она не любит печь. А у меня болезнь на этих пряничных человечков. Думаю, что в этом году на Новый год я ее испечь их не успею. Возможно, испеку на следующий год. Так как в этом году на Новый год планирую делать кексы. Также маме в подарок купила вот такие вот конфеты Вильнюс Пягали. Это мамины любимые конфеты. Пягали переводится на русский Победа. Для собаки сестры купила вот такую вот игрушку слоник. У него в голове пищалка, канатик и вот тут вот вышит ананасик. Для Фаниного друга купили вот такую вот зайку на Рождество. Он с пищалкой. Его хозяйки купили вот такой вот набор. Кофе и кружку. Такой набор у нас продавался в Максиме. Это подарочный рождественский набор. У меня таких набора два, поэтому на второй я сделаю обзор. Также у нас продавали вот такие вот наборы с чаем. Называется «Рождественский чай» от фирмы «Жалинис». На русский переводится «Травяной». Тоже сделаю обзор, возможно, вместе с кофе. Таких наборов я купила 4 в подарке. В этом году у меня куплено очень много сладких подарков. Я хочу сделать обзор и ответить себе на вопрос, стоит мне покупать сладкие подарки или нет. Дело в том, что когда у меня подрастет племянник, какой-то сладкий подарок придется ему покупать или делать самой. У меня 5 наборов от Рошин. Вот такой вот похожий сладкий подарок мне приносил когда-то папа с работы. Здесь шоколадные входят и карамельки. Здесь карамельки и шоколадные. Немножко попроще набор и по весу поменьше. Здесь в основном шоколадные. эти два набора совершенно одинаковые. Или я ошиблась, когда покупала, или не посмотрела внимательно. Я думала, что в одном наборе только шоколадные, а в другом только карамельки. Но они оказались одинаковые. С одной стороны изображены шоколадные и коровка, а с другой карамельки, желейки и чупа-чупсы. Поэтому я думаю, что это наборы одинаковые. потом куплен вот такой вот большой набор от фирмы Аута. Это тоже литовская шоколадная фабрика. Изображено, что внутри. И написано, что еще какой-то мягкий смайлик должен быть. Кстати, другая сторона очень красиво сделана. Набор сделан в виде домика. Потом вот такой вот простенький набор внутри ананасы, ласточка, пупа и еще какая-то конфетка. Всего 230 грамм. Потом вот такой вот наборчик. Непонятно, что внутри, но интересно посмотреть. Купила вот такого Кинда в виде человечка. Он в новогодней шапочке. Многие блогеры показывали, что такого Кинда покупали в Дютифей, Но когда я летала, он мне не попался. А сейчас я увидела в Максиме, и мне захотелось купить. Внутри входят в него вот такие вот конфетки. Дед Мороз, киндер. Набор шоколада киндер и еще какие-то конфетки. Второй раз купила набор от Милки, но на этот раз уже с оленем. Очень мне понравился этот олень. Я его хочу посадить под елку, так как не знаю, будет ли таскать Фанни игрушки или нет. У меня сохранились игрушки со старых времен. И мне жалко будет, если Фанни их растаскает. Тем более они опасны, так как у них глазки игрушечные. А у этой игрушки глазки вышитые. И если она его утащит, ничего опасного не произойдет. Также для интереса купила два набора. И здесь сразу видно, что внутри. Этот набор был подороже, так как в нем больше шоколада. А этот подешевле, но в нем шарики более праздничные. И еще купила два набора. Один от Киди. В нем вот такие вот конфетки. Даже есть шоколадное яйцо, желейки. Причем набор должен быть неплохой. И набор от Ага. У нас этой фирмы производят кроссворды, сухие завтраки, батончики разные, кукурузу. Как бы внутри написано, что должен быть виртуальный питомец. Впрочем, посмотрим, что будет. Еще для своей сестры, у которой родился малыш, хочу подарить вот такой вот набор на 6 человек. Я не знаю, как это называть. Или фуже, или стаканчики. Мне кажется, здесь можно делать желе, тирамису, пудинги какие-то. Очень красиво он сделан вот такой вот рисунок на стаканчиках у меня отсвечивает. Покупала я его несколько месяцев назад, но чуть не забыла вам показать. И подаю ей вот такие вот конфеты от фирмы Пяголи. По-русски называется эта фирма Победа. И травяной чай от фирмы Жалинис. На этой неделе в максимум была скидка на шоколадки, поэтому взяла три шоколадки, сою. Также в магазине была шоколадка, сою с белым шоколадом, но так как я не люблю белый шоколад, я ее не покупала. Также купила себе вот такие вот конфетки. Они оказались фруктовые, очень вкусненькие чтобы убирать за фаней, купила вот такой вот набор мешочков от Happy Tals. Здесь 24 улончика по 15 мешочков в каждом. Вот такой вот прикольненький дизайн на мешочках. Получилось очень выгодно. Все мешочки оранжевого цвета. Фанни взяла три упаковки вкусняшек от польской фирмы Акиню с кроликом. И три упаковки вкусняшек с курицей. Также палочки от фирмы Purina Life. Здесь 7 палочек. Купила удлинитель на полтора метра на три розетки. Дело в том, что в комнате у меня всего одна розетка, а мне каждый вечер нужно зарядить всю технику. И телефон, и часы, и наушники. И приходится заезжать очень долго, и ложусь я поздно, а мне вставать на следующий день на работу в 4 часа утра. А теперь я смогу заезжать всю технику одновременно. Второй удлинитель купила на 3 метра с отключателем на 3 розетки. Так как я купила кольцевую лампу, и чтобы удобнее ее было подключать, купила вот такой вот удлинитель. Теперь хочу показать новогодние покупки на новогодний стол. Купила две вот таких вот тарелочки. Одну с собачкой, как кругленькая такая, наверное, как розеточка. Собачка в новогодней шапочке, очень миленькая. Вторая со снеговичками, тоже очень мне понравилась. Что-то положу на Новый год на эти тарелочки. Купила пять наборов с салфетками, так как они были в акции. Вот с таким вот мишкой. Новогодняя елочка, свечи и шарик. Новогодние пряники. Новогодние игрушки и Дедушка Мороз, вот такой вот. Так как я 31-го работаю до 3 часов, а с 29 числа я, скорее всего, буду работать где-то до 8-9 вечера. Заранее ничего не успею приготовить, то решила на новогодний стол делать вот такие вот кексы в упаковках. Тем более на эту фирму у нас сейчас была распродажа купила вот такие вот кексы с кусочками шоколада. Кексы с йогуртом. И новогодние кексы. Взяла я три упаковки. Кстати, в кексах написано, что сразу есть пуда. И никакой глазу или что-то еще делать не нужно. Также я взяла пять видов глазурь. Не знаю, какую я буду использовать. Розовую, небесно-голубую, белую, белого и черного шоколада. И шоколада. Кстати, еще вот этот вот кекс шоколадника это... Это новогодняя серия, такая вот у нас в магазине Максима и также от этой фирмы немецкой. Еще были вот такие вот новогодние украшения. Здесь всего 12 штук. На обратной стороне нарисовано, что две перчатки, две палочки, два подарка, две шапочки и 16 снежинок. Когда я сделаю кексы, обязательно вам засниму это и покажу, как у меня все это получилось. Так как на эту фирму была скидка 40%, я очень много что купила. Купила три упаковки с ванильным сахаром. Кстати, упаковки ванильного сахара могут выглядеть по-разному. Но это я купила на потом, а не на сейчас. На Новый год я собираюсь печь кексы. Потом порошок для выпечки. На пакетике написано, что пакетика порошка хватит на 1 килограмм муки. Порошок для выпечки стоил 12 центов, а ванильный сахар 9. Очень много купила декора для выпечки. Купила три коробочки с единорожкой. Когда единорожки закончатся, я собираюсь здесь хранить декор, который покупала в картонной коробочке. И вот таких миксов тоже взяла три. Тоже с той же целью, чтобы хранить потом другой декор. Взяла шоколадную посыпку. Вот такую вот. Вот такой вот микс. Такой. Кстати, такой любят дети. С маршмелло. Сердечки. И посыпка золо золотая белая, мне кажется. Кстати, я осенью покупала формочки, но еще не снимала про них видео, поэтому мне захотелось готовить. И именно поэтому я очень много всего купила для украшения пирогов и тортов, так как собираюсь начать готовить их. Купила вот такой вот кисель из лесных ягод быстрого приготовления на 175 мг воды. Очень люблю кисели и хочу попробовать вот такой вот приготовить. Также купила 5 упаковок желе, лесные ягоды, персик, клубника, киви мое любимое и малина. Не знаю, какие буду готовить на Новый год, а какие на Рождество. На Рождество взяла еще вот такой вот кисель из лесных ягод. Так как у папы получается очень маленький подарок, я ему взяла финики без косточек и абрикосы. Он эти вещи очень любит. На новогодний стол мы купили шампанское без алкоголя от фирмы Алита. Вино Ваута литовской фирмы без алкоголя. Это у Вауты новинка. В прошлом году от вина мне было плохо, поэтому на этот Новый год я решила вообще не пить алкоголь. Также взяли четыре вида сока от фирмы Грани, персик, красный герфрут. Апельсин и манго и апельсин. И также взяли апельсиновый сок от фирмы Цида, полтора литра. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы с вами вас очень любим. Желаем крепкого здоровья и ждем. В наших следующих видео